У меня есть лучшая подруга Карина. Мы знакомы с 1-го класса. Она среднего роста, худенькая, у нее черные волосы и красивые карие глаза. Карина очень скромная, но несмотря на это, у нее превосходное чувство юмора и часто она любит пошутить на уроках. Ну а я эмоции сдерживать не умею и ржу над ее шутками. Из-за этого на меня с непониманием начинают пялиться одноклассники. Кстати, Карину еще ни разу не спрашивали на уроках, вот ей повезло. А одноклассников своих я не люблю. Они постоянно косо смотрят на меня. При малейшей попытке начать с ними общаться, они меня просто игнорируют. Карина постоянно успокаивает меня, утверждая, что эти ребята просто придурки и нам не ровня, и я с ней согласна. Однажды мои родители увезли меня из дома, не сообщив, куда мы едем. Я расстроилась, так как хотела погулять с Кариной. И вот мы подъехали к небольшому зданию. Поднявшись на 2-й этаж, родители сказали мне подождать, а сами зашли в кабинет. Когда я устала ждать, я подошла к двери подслушать, о чем родители говорят с врачом. Поначалу доктор что-то невнятно болтал, но дальше он сказал такое, что оставил осадок во мне на всю жизнь. У вашей дочери шизофрения. Лене пришлось устроиться сиделкой в дом престарелых. Она любила развлекаться, но не работать, но, увы, жизнь заставила. Среди ее подопечных оказалась маленькая старушка Нина Федоровна. Она была полностью парализована после инсульта и не могла даже разговаривать. Ее сын Евгений работал и не мог сам следить за мамой, поэтому оплатил ей лучшую палату и по выходным навещал. Елена, можно вас на секунду? Я сын Нины Федоровны из 5-й палаты. Вы ее сиделка? Да, я. А что? У меня к вам предложение. Вы чуть больше времени будете уделять моей маме, а я буду платить вам еще пол вашей зарплаты. Лена улыбнулась, она уже представила, как будет получать 1,5 зарплаты за одну и ту же работу. Естественно, она не собиралась возиться со старухой. Конечно, будьте уверены, Нина Федоровна в надежных руках. И тут же получила свое вознаграждение. Лена зашла в палату к старушке. Фу, какая вонь, как же вы меня достали, опять менять подгузник. Нина Федоровна заметно погрустнела, уже 2 недели она терпела грубое обращение. Лена садилась на стул перед бабушкой и демонстративно съедала почти всю еду, оставляя старушке лежать жалкие крохи. Лене доставляло удовольствие издеваться над человеком, который не может ничего ответить. Лена брезгливо заменила ей подгузник. Уродка старая, что вы, бабки, не подыхаете вовремя, но я тебе сдохнуть не дам, сынок твой мне деньги платит. На глазах Нины Федоровны навернулись слезы. Вот, сынок твой вкусности тебе передал, но я тебе не дам, сама все съем. И ела на глазах голодной бабушки. Вскоре Нине Федоровне стало плохо. Не вздумай умирать, тварь. Старушка закрыла глаза и вжалась в кровать. Внезапно руку Лены обхватила ледяные пальцы. Старушка привстала и прошептала: за злобу свою ответишь. Я тебе ничего плохого не сделала. Будешь есть, но вечно будешь чувствовать голод, как я чувствовала. Нина Федоровна умерла. Лена была в шоке, как парализованная старушка смогла встать и заговорить. Лена торопилась домой, умирая от зверского голода. Дома она съела полную кастрюлю борща, а потом жадно набросилась на 2-е. Пришедший домой муж увидел, что кухня разгромлена и все в крови. Лена грызла замороженную курицу, которая окрасилась в красный цвет от сломавшихся зубов. Что с тобой? Остановись, ты с ума сошла? Лена заплакала, желудок сводила от голода. Я вызываю скорую, сказал муж. Он на минуту отлучился за телефоном, а придя, застал Лену, доедающей олеандр, красивое, но очень ядовитое растение. Скорая не успела. В одном Лене повезло, она умерла быстро, в отличие от Нины Федоровны, над которой она издевалась 3 недели. В школе у меня был друг, с которым мы были не разлей вода, но после выпускного жизнь развела наши дороги по разным городам. Тогда мы были беззаботными детьми, и мне даже в голову не приходило, почему папа друга в столь молодые годы весь седой. И только через 7 лет на встрече выпускников мы снова встретились с другом, разговорились, и я узнала жуткую историю. Оказывается, папа Дениса был патологоанатомом при судебной экспертизе. Денис помнит лишь один факт из детства. Когда папа вечером ушел на вызов обычным папой, а вернулся папой с белой головой. Денису подробно не рассказывали. Отец стал молчаливым и мрачным. Мать старалась всегда при нем разговаривать тихо и спокойно. Только став взрослым и пережив с матерью инсульт отца, мать рассказала, что случилось той ночью, когда посидели его волосы. Однажды его срочно вызвали на работу. Люди забеспокоились фактом, что о их молодой соседке нет ни слуху, ни духу уже неделю после ссоры с мужем, который ушел от нее. В квартире тишина, ломали дверь и обнаружили труп девушки. Предстояло выяснить, что явилось причиной смерти. Папа Дениса приступил к своим обязанностям. Он вскрыл труп, начал делать свою работу, как сначала изо рта пострадавшей вырвался сдавленный булькающий стон, а потом она открыла глаза и схватила отца Дениса за руку. От неожиданности и нереальности происходящего мужчина потерял сознание. Как выяснилось позже, из-за сильнейшего стресса девушка впала в летаргический сон. У нее не прощупывался пульс и сердцебиение, кожа была бледной, в общем, все признаки смерти налицо. В ППХ медики зафиксировали смерть и отдали тело на экспертизу. Девушка очнулась при вскрытии, к счастью, ее спасли, зато отец Денис вместе с сединой приобрел больное сердце в свои 34 года. Много ходил по психологам и психиатрам и больше никогда не занимался судебной экспертизой. Не все найденные драгоценности приносят счастье. Однажды я решила избавиться от старой яблони, которая портила вид моего участка. Дерево легко спилилось, а вот чтобы вытащить пень, пришлось постараться. В яме меня ждал неприятный сюрприз – скелет в полусгнившей одежде. Первым моим желанием было закричать, но увидев в яме шкатулку, я решила не торопиться. Достав ее, я позвонила в полицию и пока ждала, открыла. В шкатулке я увидела старинные монеты и старый портрет мужчины. Бросив взгляд на скелет, я заметила на его пальце перстень с большим камнем. Я быстро сняла его, и полиции про перстень я не сказала, да и часть монет себе припрятала. Но вскоре об этом пожалела. Практически сразу на меня стали сыпаться несчастья. На работе пропали документы, сломалась машина, а мой парень попал в жуткую аварию. Мне постоянно стал сниться тот мужчина с портрета, он злобно улыбался. Неделю я прожила как в кошмаре, парень не выходил из комы и на работе грозились уволить. На следующий день после рабочего дня у меня поднялась температура. По пути домой мне встретилась старушка-соседка, она увидела перстень на пальце, взяла меня за руку и повела к дому. «Катенька, а ты зачем надела кольцо мертвеца?» – поинтересовалась бабушка. Я рассказала о своей находке и сообщила о неприятностях. Бабушка рассказала, что кольцо и монеты принадлежат убийце, который погубил немало людей за свою жизнь. За это ведьма прокляла его и прошептала заговор на перстень, который подбросила ему. Вскоре убийца заболел и умер. Его без почестей похоронили под яблоней. Узнав это, я сразу вернула перстень на законное место и монеты высыпала рядом. Мое самочувствие улучшилось, а вечером зазвонил телефон и врач сообщил радостную новость. Парень вышел из комы и завтра можно будет его навестить. Мы с парнем живем на съемной квартире. Я работаю дома, а он в больнице. Было около 9 вечера, когда я заметила, что люстра, висящая на потолке, начала медленно опускаться вниз. И опустилась сантиметров на 10. Я подумала, что она просто старая, провода не выдерживают и пора менять. Но потом она начала подниматься обратно. Я списала все на галлюцинации от усталости и пошла спать. В 3 ночи я услышала стук в окно. Но я на 7-м, мать его, этаже. Я подошла к окну и просто обомлела. В воздухе мне на секунду показалась тень человека. Я в ужасе отпрыгнула от окна и побежала на кухню за пистолетом. Взяв пистолет, я снова подошла к окну, но больше ничего не увидела. Я решила, что спросонья мне почудилось, и пошла спать дальше, держа пистолет в руках. Зайдя в эту проклятую комнату, пистолет из моих рук будто выбили силы, и он улетел к тому самому окну. Я в шоке схватила вазу со стола и пошла к окну. Подняв пистолет, я решила снять его с предохранителя, но он выстрелил в пол прямо в паре сантиметров от моей ноги. Я решила немедленно покинуть квартиру и уехать к парню на работу. Я быстро оделась и, подойдя к двери, я боковым зрением увидела тень в квартире. Резко дернув ручку двери, я хотела выбежать оттуда, но дверь не открывалась. Ее будто держали снаружи. Тут я подняла голову вверх и увидела, что мне на голову падает люстра. Я потеряла сознание. Очнувшись, я поняла, что мне так плохо и больно, как не было никогда. Кое-как я продержалась до приезда парня. Он оказал мне первую помощь. Сейчас мы съехали с той квартиры в другую. Но час назад я увидела, что наша люстра снова опускается.